Такой хороший и светлый праздник, День Матери. Очень хочу поздравить свою милую, любимую, замечательную мамочку. Пожелать ей здоровья, долгих-долгих лет жизни. Что все у нее в жизни было замечательно. И мы ей в этом поможем обязательно. Моей маме 95. И дай бог ей здоровья еще на долгие годы, потому что я до сих пор чувствую себя ребенком. До сих пор она меня воспитывает, направляет в этой жизни. Но мне хочется сегодня поздравить всех женщин, и бабушек, и мам, и девочек с этим замечательным праздником. И сказать им, что надо очень ценить, наверное, то вот состояние, которое вот я сейчас испытываю, присутствие мамы в моей жизни. Доброты, радости, всего самого лучшего, чтобы она долго жила и чтобы все было хорошо с ней. Поздравляю тебя, дорогая мамулечка, я тебя очень люблю, желаю счастья, здоровья. Спасибо большое за то, что я живу сейчас на этой земле. Поздравляю мою маму, я хочу сказать, что она очень мне дорога, и я ее очень люблю. Я желаю маме всего самого лучшего, чтобы у нее было больше терпения, у всех наших мам было больше терпения, и вот, чтобы дети были здоровы. Я желаю своей маме счастья, конечно, главное здоровье. Чтобы она у меня плакала только от счастья, и чтобы всегда оставалась такой же красивой, как сейчас. Мама – это такое слово, некоторые не берегут своих мам. И бывает такое, что когда мама умирает, тогда мы говорим, за золото маму не купишь нигде. И это действительно так. Праздник хороший, прекрасно, что он у нас есть. Хороший праздник. Я бы не только своей, я бы всем мамам здоровья пожелал. И чтобы дети у них были любимые, красивые, сильные, умные, ученые, строители. В общем, чтобы мы жили все хорошо, благодаря нашим мамам. Мама, поздравляю тебя. Желаю тебе огромного счастья, побольше денежек, конечно. И чтобы у тебя был всегда храм души и добра. Я желаю ей счастья, здоровья, любви и всего наилучшего. Мамочка моя любимая, я поздравляю тебя с этим праздником. Ты самая-самая лучшая, я очень люблю тебя.